Сегодня на стадионе «Труд» прошли соревнования по легкой атлетике и дартсу среди людей с ограниченными возможностями здоровья. За первенство боролись порядка 30 участников в двух возрастных категориях. Спортсменам предстояло пройти эстафету «Бег, прыжки в длину, толкание ядра». Я считаю, что любое спортивное мероприятие очень важно и очень нужно. Это, опять же, привлечение к занятиям физической культурой и спортом. Это мы отбираем звездочек, которых мы повезем. Уже завтра одна команда поедет по легкой атлетике на соревнования Московской области. Соревнования «Золотая осень» организованы Управлением физической культуры и спорта администрации муниципалитета совместно с клубом инвалидов равной возможности. По итогам состязаний участников ждали почетные грамоты, памятные призы и медали.